Наши далекие предки давно использовали целебные свойства холодной воды. С ее помощью они не только исцелялись, но и получали посвящение, приобретали силы. Очень важно отметить, что когда человек обливается холодной водой, то магнитное поле, которое окружает организм, под действием холода сжимается. От этого происходит мощный внутренний разогрев. От дополнительной энергии, которая образуется за счет сжатия магнитных силовых линий, которые пронизывают наше тело, вырабатывается дополнительная энергия, которая заряжает мембраны клеток. Каждую мембрану клетки заряжает. В зависимости от того, какой имеется заряд на клетке, на него реагирует и ядро клетки, а именно ДНК. Как только заряд клетки усиливается, поступает сигнал на то, чтобы клетка перешла в активное состояние и приступила к делению. Таким образом происходит омолаживание организма, замена одной клеточной массы на другую. Простое обливание позволяет не только закаливаться, но и получать энергию, мгновенно исцеляться, заменять воду в организме, делать ее структурированной, потому что в больном организме она не структурирована, в больном органе она не структурирована. Под действием холодного обливания она сразу мощно структурируется и идет мгновенное выздоровление. Плюс заряжаются мембраны клеток, активируется генетический аппарат клетки на деление, на омоложение, на синтез белка. Вот таким удивительным свойством обладает простое обливание холодной водой прямо с головы до ног. Теперь поговорим о том, как правильно обливаться из ведра. Снимаем лишнее. Сняли. Обязательно необходимо встать на землю босыми ногами, чтобы был хороший контакт у нас с землей. Вот. При этом очень важно сделать вдох, который вытесняет. Вот много говорится о том, какое дыхание делать. Тянем воздух с высоты, раскрыв рот, но вдох делается через нос. Потом вдавливаем и проглатываем. Прекрасно, мы получили энергию. После этого уйдите, пожалуйста. Пьем водичку и с радостью обливаемся, начиная с головы и кончая плечами. Смотрите. Вода проходит и сразу же смывает все. То есть мы приняли воздух в себя, воздух выталкивает, вода смывает патологию, а земля принимает ее. Итак, мы сразу же с вами очистились и получили мощный заряд сил. После этого сразу же идем в теплое помещение, вытираемся, ни в коем случае не следует переохлаждаться.
Ощущение. Что чувствуете? Чувствую бодрость, свежесть, всю усталость смыло. Великолепное чувство здоровья, творчества, хорошего такого позитивного настроя на жизнь, на любовь, на счастье. Еще пойдем. Давайте. Второй раз уже еще сильнее. Матита водится одними меня своими объятиями, дарующими силу, здоровье, мощь. Нет, это вы... Все невинные, все болезни. Ангел лады, обними очи. Нет, вы встаньте, руки раскройте и смотрите. Смотрите, солнце там. Действительно, бьет. Так а вы нормально встаньте. А вон птичка, посмотрите, вон она. Не суетитесь, встаньте ровно. Не холодно вообще. Да ну вас, не холодно. Вот я, знаете, как стою? Она не холодно, она все обрезает. Еще раз, давайте. Вот так вот встаньте, вот так вот, прям как на кресте. Вот это же надо муки принять. Давайте, не бойтесь, теплая вода, горячая. Верьте, она горячая. На живот. Теперь повернитесь ко мне лицом. Руки вот так. Ну вот. Ну это другое дело. Ты знаете, как хорошо будет? Спасибо. Очень полезна дождевая вода. Сейчас как раз мы снимаем с вами фильм о воде. И само небо нас поддерживает, дает нам воду. Дождевая вода, самая чистая вода. Она прошла через землю, испарилась, стерла информацию. И сейчас... густилась на небе и падает на землю в виде чистейшей воды, которая лишена даже информации. Вот такая вода наиболее полезна. Она очень хорошо смывает с нас разные болезни и дает нам действительно такую свежую, чистую энергетику. Очень хорошо использовать и росу. Для этого, конечно, необходимо выходить тогда, это рано утром, вечером, когда образуется роса.
Роса также является очень целебной водой по своим свойствам, которая убирает в себя силу и пространства, и воздуха, и трав. Как ее собирать? Просто-напросто, вот она, допустим, у нас получилась роса. Мы разлаживаем простынь. Простынь впитывает росу. Эту воду мы потом отжимаем, и получается вода из росы. И ею мы можем и умываться, и делать различные другие процедуры. Очень хорошо водой из росы, как и дождевой водой, делать обертывание.